Завтрак, обед и ужин брукбекера. Как называется? Называется мама. Прямо. Аккуратно. Отрываем. Это типа фольгу. Как наш доширак. Аккуратно, лучше. Аккуратно отрываем фольгу, она может еще пригодиться. Собираем вилку. Там инструкция есть. По сборке вилки. Так, выливаем все. То, что даем, все выливаем. Выливаем. Да. Высыпаем. Для безруких есть ножницы, пожалуйста. Специальные. Они продаются в магазине отдельно. Спасибо. Это креветки. Креветки. Креветки не видно. Креветки, во. Размер, знаешь, смотрим. Оп. Одна пошла. Сушеные такие, они подрастут. Они сейчас распарятся, будут гигантские. Так, заливаем. И финальный трюк. Закрываем. Хоп. Вуаля. Ждем. Мама готовится. Не могу ничего сказать. И сколько нужно ждать? 5 минут. Ждем 5 минут. Вот. Наша мама. Выбор открывай. Так. О, какие ништяки, смотрите. Креветочки, видите, подросли. Да. Все, это можно есть. Ваша походка. Смотри, все бэкпекеры едят маму. Рон, мак. Рон.